Всем привет, зрители и подписчики канала Кантона Фиат Малыш Футболист. Сегодня открываем очередные награды красные. Ребята, к сожалению, они будут максимальный рейтинг 90. Итальянская лига серии А. Вот. Сегодня Санек провел тренировку. Провел ее не ахти, да, Сань? Не забили, но голевой пас отдал в самом начале. В самом начале отдал голевой пас хороший. Вот, через день у него соревнования. Третьим составом... Это вообще было задание. Третьим составом вышли в четвертьфинал. Будем верить, что дойдут до полуфинала. Это будет, в принципе, уже отличный результат и возможность побороться за медаль, кстати, да? Ура, медаль! Да. Мало, мне надо пополнять. Вот, надо постараться. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Откроем сегодня большой набор редких игроков и набор... редких игроков, возможно, еще какой-нибудь, что наборов у меня много. Вот, подписка, лайк, колокольчик, ребят. Ну, а если вам нужны монетки или вы просто хотите купить любимого футболиста, то следующие 3 секунды видео для кого? Для вас. Все правильно. Ну, а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Мбаппе, Месси, Неймар или, может быть, Криштиану Роналду, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой и системой антибан на любую платформу. Sony PlayStation, Xbox, ПК. Также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS Plus, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали! Погнали. Ну давай, Сань, поехали в магазин. Нет, это я еще буду играть, плюс надо еще вливать, да, начался новый сезон, ребят, но об этом будет в одном из видео. Давай, Сань, 2 красных набора, максимум рейтинг 90, тот серия. А, да, помнишь, пап, ты же нажал. Ну да, я случайно нажал, ребят, открыл награды, обычно мы это делаем с Саней, но я, короче, вместо ревальса нажал на Food Champions, ребят, и поэтому шляпа. Так вышло. Так, ну что тут у нас? Давай, да, возьмем его. Большая скорость. Можно даже будет его потестить, повыпускать на заменку, посмотреть, как он. Что у нас здесь? Опять, кстати, три подряд, по-моему, да? Да. Сань, ну, а почему не показывают, что он уже есть? Его не бери. Очень странно. Вообще должна быть надпись, что он уже типа есть в составе. А следующий раз взять? Ну нет, не надо. Бери любых, я, возможно, потом сделаю обмен. Да, бери любых. Ну, давайте, у тебя вратарь есть. Кого? А, слушай, тут еще не серия А, видимо, еще и турецкая лига тут. То есть я почему-то думал, что серия А. А, все, серия А и суперлига, все правильно, ребят. Турецкая лига здесь тоже попадает. Я смотрю, что это же не Италия, не серия А. Не, ну этого самого не бери. Так. Давай, бери, Сань, любого. А у тебя кого? Вратарь у тебя хороший. Да, все есть. Тут у меня все кумиры, поэтому тут эти игроки только в сборке. Нет, его не надо, это будет промашка. Это будет промашка. Ну все, сохраняй в кубе. И идем в магазин. В магазине очень внимательно. 16 наборов. Мы 16 все открывать не будем, потому что скоро должны выйти Ultimate Tots. Это все Tots. Давай листай еще, я тебе подскажу, какой нам лучше открыть. Вот этот. Вот этот большой точно открывай. Он дается за награду. Нет, левее. Вот этот большой, вот этот, тот непродаваемый, да, вот этот большой, я тебе неправильно. Тот дался за сезоны. Ну, Сань, ну-ка, кто? А, нет, господи, это игрок турнира страны, такая шляпа, Сань. Я обрадовался раньше времени. А что он выходит? А вот, слушай, не знаю, почему он выходит, видимо, это и турниры стран, видимо, выходит и считается как вокауты, очень... Давай, Сань, ищем. Называться будет набор редких игроков. Набор? Нет, это из двух. Он где-то справа, скорее всего, будет. Он, скорее всего, будет где-то справа. Давай. Вот он, да. Все. Он был самым этим. Только, да, Сань, спокойствие. Там очень крутой набор, его пока открывать не надо. Поехали, ребят. Смотрим, что здесь. Шляпа! И здесь очередная шляпа. Ой, редкий, вообще просто ужас. Итак, друзья, еще один набор откроем с 5 игроками 84+. Ну, потому что скоро выйдут все тотсы, и там, возможно, можно будет поймать, опять попробовать Мбаппе и Неймара. Конечно, шансов будет меньше, но я коплю. Давайте, ребят, чтобы было поинтереснее, еще один набор вне наград Weekend Лиги. И это полная шляпа. Ура! Не, ну, кстати, по рейтингу неплохо.
Буну из Севильи 88 по рейтингу Ласта. Ну что, друзья, зачем ты поторопился? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ребят, жмите колокольчик, любите футбол и играйте в FIFA 23. До встречи на канале.